Проведи выходной вкусно и с удовольствием. С таким девизом в эту субботу в уютном дворике на Чапаева 3 прошел второй фестиваль Slow Food. Почему Slow Food? Как антипод фастфуду, медленно. То есть это медленное вкушение еды. Берутся за основу медленные принципы приготовления. Это варка, тушение, запекание, когда питательные вещества из продуктов не убиваются. По задумке организаторов, на праздник еды собрались производители натуральных продуктов, фермеры, владельцы кафе и ресторанов здорового питания и, само собой, любители вкусно и здорово покушать. То есть все, кто радеет за полезное питание. Очень вкусно, мы только что пришли и кушаем. Еще не успели оценить атмосферу. Сейчас будем переваривать еду и оценивать ее, но выглядит все довольно мило. Как раз сложилась ситуация, когда дома ничего уже не оказалось, и фестиваль оказался очень вовремя. Замедлить привычный скоростной темп жизни – главный посыл праздника. Ведь ничто по-настоящему хорошее и душевное в попыхах не делается, уверяли организаторы. А уж тем более такая священная вещь, как еда. Вот в этом основная суть, чтобы люди получили кайф. Не просто там быстро на лету схватили какой-то бургер, да, а пришли со своими близкими, со своими друзьями, нашли новых знакомых, посидели, отдохнули и пообщались. Вот этот основной смысл – получать удовольствие. Каждый из 12 участников старался удивить и запомниться чем-то абсолютно уникальным, действуя при этом по главному принципу – все продукты должны быть натуральными, экологически чистыми и исключительно полезными. Как, например, виноградные улитки. Наши белорусские улитки виноградные. Интересуются все, но пробуют отважные самые. Кстати, Slow Food Fest – фестиваль международный. Да и проводится он в 150 странах мира уже более 30 лет. Основной целью движения было и есть желание вернуть уважительное отношение к домашней еде и прежнюю культуру питания. Готовить нужно не спеша, с чувством из самых свежих органических продуктов, а есть с теми, кого любишь, за одним большим столом. И с этим трудно не согласиться.